Вот давайте напомним, кто уже заявил о своих амбициях. Итак, первая готовность поучаствовать в выборах заявила Ксения Собчак. Она позиционирует себя как кандидат против всех, выступает за нормализацию отношений России с Западом, проведение нового референдума по Крыму и захоронение тела Ленина. Это основные такие рэперные точки. Следом за ней о желании баллотироваться заявила журналист и певица Екатерина Гордон. Обещает она уделить внимание правам женщин и детей, а также хочет предложить Владимиру Путину пост премьера. В кандидаты президенты зовут телеведущую Анфису Чехову. Ее хочет выдвинуть в президенты партия «Добрых дел». А также о своем желании участвовать в выборах заявила поэтесса Алина Витухновская. Первым делом на посту президента она обещала, цитата, «раздать людям счастье и деньги». Нет, погодите, Михаил.